Всем привет, это Майкл Самойлов, проект «Радиовосток». Я нахожусь на заброшенной радиостанции в 25 километрах от Ангарска. Недавно был выброс хлора, и мы находимся в зоне заражения, и, соответственно, не можем выбраться вместе со своим звукарем уже 3 недели из этой проклятой радиостанции. Чтобы не сойти с ума, я рассказываю истории. Эти истории о людях, которые попали в гораздо более худшую ситуацию и остались живы. Время от имени обучают реки, которые тоже радуют меня. И сегодня я расскажу историю про Чукотку. Жил-добыл в Чукотском стойбище Урен мальчик по имени Тенвека, что означает «идущий куда попал». Любил он пройти по берегу и по тундре, смотреть на костов и леммингов, считать ворон. Его дед, шаман Блитхым, говорил: не смейтесь над ним, его ведут духи, рано или поздно они покажут ему хорошую тропу. Держаться всем, сказал капитан, корабль трясёт, как пьяный стакан. А
хочу заметить, что это не Черное море, не Желтое море и не Суэцкий канал. Не бережешь, как кошка собак на заборе, Девятый вал здесь просто дьявольский вал. Траурер вышел ловить палтуса, через пару часов попал в шторм. Совсем недалеко в гребнях волн белело брюхо кита, на него набросилась стая касаток. «Вот кому шторм нипочем, не то что наши ржавые касатки», — сказал капитан. Отец Тролевиката перекрестился и попросил добрым духом земли защитить корабль от злых духов моря.
Но тем более не хотели возвращать корабль к причалу, поэтому пришлось отсутствием навигатор пообещать им хорошую жертву. Не мог он ничего придумать, и с горя крикнул: «Отдам вам все мясо кита, что добудут касатки». И буря постепенно стихла, а на завтра в Уэлен пришла беда. Здесь кончается ни перья, как материк, далее нет ни земли, ни света. Мы стянется в море, как длинный язык, словно короткий вопрос, который обрублен коротким ответом. Что-то видно там, где киты пускают фонтаны, под шапкой вечно хмурого ская, портовые экраны, кити играют арканами оленевого стана. Туда начинается прямо из волны, это так странно. Сопки застыли над зеркалом моря под плачем ветров, и вот он будет готов. На счастье пейзажа под названием Милати, с тобой как медведь белый, с мышью играть. Нужно летать, ехать и плыть, сияние северное путь освети. Мне никогда уже не забыть тебя, Уэлен. Когда-то здесь были китов, взывали к духам, ветер обжигалось, когда забиться от уха до уха, и видели сырое мясо. Пили за небо и море с русским соседом, пивни торчат, как позвоночники великанов, победа далась нелегко, море и небо нищи. Только кости напоминают, что здесь жили не только птицы и гости, бросали гарпун, стучали душу ножом зубами. И до нас был камень, и теперь здесь только камень. Thank you.
Остроумер пока по имени Серый, никто даже не заметил, как это произошло. Отец Тенного Кота знал, что это духи коса, так слышали его обещание, но в темноте схватили не ту жертву. Утром выполз из воды покрытый водорослями человек. Это был Серый. Где он плавал всю ночь, как он спасся? Серый пролежал на берегу час, встал, ушел в гостиницу и вполз в свой номер. До полуночи он кричал во сне, а потом замолчал. Часто спал на берегу в старой лодке. Потом пропал геолог, не вернулся из маршрута. И только когда они досчитались оленевода Эрегрена, отец Тенновиката пошел к своему деду-шаману. Леткрын долго советовался с предками, а потом сказал: «Злой дух касатки есть людей, его нужно вернуть в море». Потом добавил: «Твой сын и мой внук Тенновиката должны найти человека-волка и человека-ворона. Они помогут ему спасти людей от злого духа». Thank you.
Началась 11-я зима, так на века, он не знал, где искать человека волка, и не мог ослушаться отца и деда. Поэтому он взял кусок сырого оленевого мяса и пошел в рыбацкую столовую. Там находилось стола к столу, и на каждый стол бросал этот кусок, чтобы узнать волка. Но никто не брал мяса, все или ругались, или кривились. Только один, похожий на охотника чужак, сказал, это был молодой олень, хорошее мясо. Thank you.
пошел, охотник вон пошел вместе с пленным катом. То ли ему было скучно, то ли он подумал, что 10-летнему чукче лучше не ходить ночью по поселку, где исчезают люди. Ворона нужно искать по гнезду, сказал мальчику. Потом они пошли к геологам, их палатки стояли выше стойбища и были похожи на гнезда птиц. Они обошли все палатки, не встретили ни одного тернатора. Ворон улетел за добычей, сказал человек-волк. У старых складов они увидели грузовой вездеход. Рядом на ящике сидел чужак с длинным остроносым лицом. И голос у него был, как у птицы. Когда-то был дальнобойщиком, но ради охоты на духов сменил профессию. Hallelujah.
Лежал на полу и махал руками, как плавниками. «Летите прочь», — сказал находникам, потому что принял за трех чаек, готовых выколоть ему глаза. Человек-ворон и человек-волк понесли серого, а тогда шел впереди и открывал двери. До берега они добрались уже на рассвете. «Калма мина фанаса сугитая мацата». Амоми лафанови дусу кавдия басака. Шикачи камоми васакана гора хачу. Амоми васакана дую суфана. Атачи камаду дую хау. Лафуни гасу юри нани пасыпа. Камоми лафанови дасу кида ваймасу. Шикачи камоми васакана. Галю пасыкамо. Thank you.
только он оказался в воде, он перевернулся на живот и поплыл прочь от берега. Все дальше и дальше, пока не превратился в черную точку, похожую на силуэт касатки. Охотники доели остатки сырого оленьего мяса и разошлись, чтобы не встречаться до той поры, пока злые духи снова не явятся в мир людей. Я готовил истории очень странные, рассказываю, чтобы потешить воображение. Например, Гоголь или Пушкин, все это неправда, они это не видели своими глазами, но им почему-то верят. Забрел старый Акимел, не помнил, где шлялся двое суток, но был трезв и испуган. Пропавший геолог появился только, чтобы взять расчет и улететь с первым вертолетом на материк. А вот Эрик Грин рассказал, что упал с нарт в море, когда его понесли оленя. Он шел в Уилен по следам волка, над ним летал ворон, а вдоль берега плыла касатка. Хорошего огня вам, твердого наста и пурги, которая никогда не разрушит вашу веранду. Потом он стал писателем Юлию Тхэ, умер уже в Ленинграде.